Всем привет! Сегодня хочу поделиться с вами рецептом салатика, который буду сегодня готовить. Значит, нам потребуется первое, что морковь и лук. У меня две луковицы завесили на 220 грамм, уже в чистом виде, и морковь 110 грамм. Сейчас я лук нарезаю на квадратики небольшие, морковь натираю на крупную терку. Сейчас лук и морковь я перекладываю в сковородку, добавляю 2 столовые ложки подсолнечного масла и обжариваем до готовности. Конечно же, помешивая, чтобы наши лук с морковью и овощи не пригорели. Обжариваем до готовности. Ну что же, начинаем собирать наш салатик. Значит, сейчас я отварила кусочек говядины, здесь буквально 170 грамм. Отваривала я в подсоленной воде, плюс добавила черный перец, перец горошек душистый и лавровый лист. Сейчас я мяско порежу на небольшие такие кусочки, волокна. Мясо я решила все-таки порезать вот такими вот кубиками. И салат, хочу сразу сказать, можно сделать в виде слоеного салатика, либо все перемешать. Я, наверное, буду делать более простой вариант. Я все перемешаю. 3 небольших малосольных огурчика я нарежу небольшой соломкой. Огурчики тоже вот такие, такая вот соломка у меня получилась. Отправляем к нашему мяску. 4 куриных яйца. Также я возьму, натру на крупную терку, либо можно покрышить на небольшие кубики по желанию. И также отправляем в наш салатик. Добавили нашу обжаренную морковочку с лучком еще сюда. И сейчас я добавлю 2 буквально столовые ложки, не полные, майонеза вот такого вот. И все хорошенечко перемешиваем. Ну что же, вот такой вот очень вкусный, очень сытный салатик праздничный у нас получился. Так что его можно готовить на любые праздники, на любые торжества. Это очень вкусно, очень питательно. А главное, легко, просто, быстро. Так что всем желаю приятного аппетита. Всем пока-пока, до новых встреч!